Шановні колеги, у нас зараз цікава доповідь. Подивіться, Міжнародний медичний центр офтальміка – це наш рідний Харків, це інститут імені Гіршмана, який був відкритий в 30-му році, потім він трансформувався в клініку імені Гіршмана. І Михайло Іванович Ковтун, доктор медичних наук, який, слава Богу, захистив докторську дисертацію, і нас, докторів наук, стало більше. А чому він захистив докторську дисертацію? Досвід має, сивину має, професіоналізм має і знає, як правильно лікувати пацієнтів і знає науковий підхід. Дорогий Михайло Іванович, ми вас щиро вітаємо на рефракційному пленері. І надаємо вам слово з доповіді. Да, ради вас бачити. Доповідь: особливості передопераційної підготовки і техніки факоемульсифікації катаракти у пацієнтів після лазерної корекції зору. Тобто надзвичайно важливий момент, тому що правильно розрахувати лінзу – це великий, треба мати великий досвід. Михайло Іванович, вам слово. Прежде всього, я рад участвувати. Презентацію, включіть презентацію, пожалуйста, ми ще не бачимо презентацію. Сергій Олександрович, нас видно вдвоєм? Видно вдвоєм, да. А зараз буде видно презентацію і вас вдвоєм. Отдельно в окошке. Ми будемо робити вдвоєм доклад, якщо ви не проти. Это правильно. Сергей Александрович, я очень рад приветствовать всех участников рефракционного пленера, видеть всех своих коллег, с которыми давно мы не встречались. И, наверное, прежде всего поздравить вас и ваш оргкомитет с успешным проведением этой конференции. Мы сегодня представляем действительно две клиники. Это старейшую больницу Украины, больницу имени профессора Гершмана и международную ортопедию. Что нас как бы сподвигло на такую тему, это то, что у нас стали появляться пациенты, которые в анамнезе перенесли рефракционное вмешательство уже в нашей клинике. И мы понимаем, что мы находимся на пороге того, что таких пациентов все будет больше и больше. И мы сталкиваемся с определенными проблемами, общаясь с этими больными, готовя их к операции. И мы хотели бы поделиться нашим пока небольшим опытом, но то, что, как бы, то, с чем мы столкнулись. Мы прекрасно понимаем, что эти пациенты уже когда-то приняли решение и решились на рефракционную операцию. То есть у них требования, безусловно, завышены. Они уже решили жить без очков, и, в общем-то, они хотят видеть так же, как в молодости, и для этого они опять приходят к нам. Я хочу напомнить, что мы начали оперировать этих больных с 2008 года, и на данный момент цифра этих операций доходит у нас до 20 тысяч человек. Что же главное, когда мы готовимся к операции с этим пациентами? Безусловно, очень большое внимание мы уделяем беседе и правильно собранному анамнезу. Мы спрашиваем, как они прожили это время, пользовались ли очками, мягкими контактными линзами. И также проводим очень-очень серьезно их обследуем. Мы спрашиваем их профессию, мы спрашиваем их хобби, то, чем они увлекаются. Потому что это очень важно, как он будет дальше жить. И когда у нас есть такой план, когда мы проводим обследование этих пациентов, на первом месте, безусловно, стоит это выбор ИОЛ. Какой хрусталик мы поставим этим пациентам. Затем у нас есть специальная группа людей, которая проводит расчет силы ИОЛ именно вот этим пациентам, потому что я вам сказал, что у них уже завышенные требования, и они могут предъявлять различные претензии, с которыми нам порой бывает очень тяжело справиться. И здесь обязательно проводится и топография, топограмма роговицы для исключения эктазии, дистрофии, и различные измерения, обследования. Плюс обязательно мы проводим исследования на синдром сухого глаза, оцениваем состояние мейбомы железы, слезной пленки. Также мы проводим определение характера зрения, определяем ведущий глаз, положение глаз. И если эта ситуация еще связана с РЗХ и возможностью как бы
Мы обязательно делаем моделирование послеоперационного статуса, используя мультифокальные мягкие контактные линзы. Очень важно узнать, какой вид рефракционного вмешательства и когда было это сделано. То есть, если это рефракционное вмешательство было сделано больше 15 лет назад, то это были совсем другие машины, они совсем по-другому проводили абляцию. Это часто были небольшого диаметра децентрированные абляции. И это очень важно учесть, когда вы будете проводить затем хирургию катаракты, потому что вы можете потом столкнуться в послеоперационном периоде с очень большими проблемами, больные будут крайне недовольны, и, ну, в общем, вы только наживете как бы геморрой. Если выбор ИОЛ, если ранее была миопическая оптика и рефракционное вмешательство было проведено по поводу миопии, то здесь мы можем ему предлагать, нашему пациенту предлагать асферическую ИОЛ. Это будет лучшим выбором, так как эти глаза обычно имеют высокие сферические аберрации. А если была гиперметропическая оптика, то следует все-таки отказаться от асферической оптики и ставить простые сферические интраокулярные линзы. Дальше я попрошу более человека, который занимается у нас подсчетом ИОЛ, это Варду Иваган. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как сказал Михаил Иванович, в этой теме очень важно действительно дать такое предпочтение и тщательное обследование перед расчетом ИОЛ у этих пациентов. Почему? Потому что это нестандартные расчеты, и если мы вдруг ошибаемся в этих диоптриях, то у пациента складывается общее негативное впечатление про операцию и про послеоперационный результат. Мы столкнулись с расчетами интраокулярных линз после рефракционных вмешательств. В основном это были несколько лет назад люди с радиальными кератотомиями. Мы в основном использовали формулу ШАМАС, здесь из указанных здесь. Но мы понимаем, что все развивается очень быстро и стремительно, и мы сталкиваемся сейчас с пациентами, у которых были проведены рефракционные хирургии в виде более современных методов, это лазерная коррекция в различных модификациях. Поэтому используем более современные уже формулы, и их очень легко ими пользоваться, потому что они есть онлайн. Это первый калькулятор для расчета линз американского общества офтальмологов. Дальше мы можем пользоваться формулами, более современными формулами Барретт, здесь указанных, для которых не нужны исторические данные, или же мы же их называем предоперационными данными. Также имеется формула Барретт, которая помогает нам рассчитывать этим пациентам вторические линзы. И есть еще, кроме формул, есть приборы, которые нам помогают. Это прибор фирмы Alcon Virion. Здесь наглядно мы можем посмотреть и демонстрированные формулы, которыми мы пользуемся. Требуют они введения некоторых данных. Опять-таки, есть формулы, которые нужны предоперационные данные. Это здесь все можно указать в этих окошечках. Есть формулы, которым не нужны предоперационные данные. Да, операционные данные перед рефракционной хирургией, которые были. Что касается сейчас, то, на мой взгляд, все немножко упростилось, если есть такой прибор, как Virion, потому что те формулы, которые мы с вами рассматривали, они уже введены в этот прибор, и пациенту, нам не обязательно иметь историю пациента, нам не обязательно знать данные перед рефракционной хирургией, потому что здесь можно просто выбрать такую вот опцию, что пациенту проводилась уже хирургия, и сам прибор уже все пересчитывает, потому что уже введены эти формулы. Это очень быстро, это очень качественно, и, собственно, ошибка сводится к минимуму.
Небольшой клинический пример пациентки, которая оперировалась в клинике офтальмика. В 2014 году проводилась лазерная коррекция. В 2020 году она обратилась с низким зрением, да, и был поставлен диагноз зрелая катаракта правого глаза. Мы видим кератометрию, то есть, и понимаем, что пациентке была проведена ранее хирургия. Обязательно, как сказал Михаил Иванович, мы этим пациентам проводим топограмму, потому что мы должны понимать, с какой роговицей мы сейчас имеем дело. Если мы у данной пациентки мы анализировали и заднюю, и переднюю поверхность роговицы, анализ Зернике – это определение коэффициента аберраций, это анализ Холодей, который нам показывает регулярность роговицы. В данном случае мы не находили противопоказаний для имплантации мультифокального хрусталика и перешли к расчетам его. То есть выбором его мы определились, проводя тщательное обследование. И что касается расчета ИОЛ. Здесь в этом углу указано, если бы мы не выбирали в приборе опцию, что пациент уже с рефракционной хирургией, то хрусталик, тут плохо видно, я озвучу, прибор хотел, чтобы мы имплантировали 18 диоптрий. Здесь, в этом углу, в нижнем, указано уже с выбором опции после рефракционной хирургии. Здесь уже выдают совершенно другую диоптрию, это 20 либо 20,5. Но мы также использовали в данном случае калькулятор ICRS, вводя, у нас были предоперационные данные, так как пациентка оперировалась, у нас, естественно, сохранилась карточка. Также мы провели расчеты по формуле ШАМАС. Здесь она демонстрирована. Нам нужна только лишь послеоперационная кератометрия и вот как высчитывать. И во всех случаях нам предлагалась диоптрия 20,5, поэтому пациентке имплантировалась Рестор 20,5. Ее данные через день после операции, мы видим кератометрию, мы видим состояние роговицы, глаза в общем, все спокойно, и роговицу в срезе остей. То есть небольшой цилиндр, который присутствует, он должен уйти, потому что это первый послеоперационный день. Дальше пациентка не смогла прийти на осмотр, поэтому есть только данные через день. Я передам слово Михаилу Ивановичу по поводу хирургических особенностей таких пациентов. Отдельно мы хотели бы выделить операции после радиальной кератотомии. Вот. Безусловно, таких пациентов тоже довольно много, и периодически они появляются. И я думаю, что многие уже хирурги сталкивались с этими проблемами. Вот. Я прежде всего хочу сказать, что мы после радиальных кератомий, как правило, никогда не ставим мультифокальную ИОЛ, потому что там есть элементы регулярности, и, как правило, пациенты остаются недовольны после имплантации мультифокальной ИОЛ. И здесь мы нашли вот такую классификацию, что когда было исторически мало разрезов, и показано на схеме, что ваши парацентезы и основной разрез должен проходить между разрезами, чтобы все прекрасно знают, и такими пациентами сталкивались, что после радиальной кератомии строма роговицы она не срастается, а только эпителием закрывается, и, безусловно, это довольно такое слабое место, так как у нас даже были пациенты, которые получали тяжелые контузии, и глаз разрывался именно по радиальным кератотомиям. И, безусловно, отдельно хотелось бы выделить тех пациентов, у которых больше 8 разрезов, и здесь нужно идти, возможно, даже отсепаровать конъюнктиву более лимбально, чтобы не вскрыть один из разрезов. Вот. Но если все-таки это произошло, как бы ничего пугаться не надо, и просто после окончания хирургии нужно будет наложить дополнительный шов на разрез. И, как правило, это все периферически и не вызывает особых как бы индукций астигматизма. И, безусловно, здесь очень важно, когда вы заканчиваете операцию, проверять, есть ли подтекание или нет, и
добиться полной, как бы говорится, да. А фильм здесь был? Будет. Будет, да, извините, пожалуйста. Вот, дальше мы хотим остановиться, так как эта пациентка уже перенесла операцию ласик и не радиальную тетомию, а уже рефракционную, лазерную, то здесь есть тоже определенные особенности. И здесь нужно... Если вам есть возможность посмотреть, где находится ножка, и очень аккуратно проводить хирургию, особенно в том плане, что ваши разрезы не должны проходить через лоску, через флэп, а вы должны тоже все разрезы размещать более лимбально, чтобы ни в коем случае не отслоить флэп, и чтобы потом не было в будущем врастания эпителия. Сейчас мы вам покажем небольшой фильм, который нам предоставил коллега со своей практики. Вот. И здесь видно даже на фильме, что вот, левый разрез он довольно далеко от лимба сделал и в результате повредил флэп. И вы видите, как флэп прямо подняло водичкой, и, конечно же, БСС. Это очень нежелательно, потому что в будущем, возможно, туда будет врастание эпителия. В нашей хирургии, вы знаете, бывает все, и хорошие эпизоды, и плохие, поэтому мы хотим поделиться еще с одним пациентом, который очень долго находится под нашим лечением, и, в общем-то, ну, я думаю, что это нестандартный пациент. Вы видите, в 2010 году еще молодой человек, 67 года, обратился к нам. Ему был сделан ласик. Перед операцией он полностью был обследован. Он получил лазерное... На периферии у него были обнаружены разрывы. Он получил ограничивающую лазерную коагуляцию. И в 2010 году перенес лазерную коррекцию. Все было очень хорошо. Была единица зрения. Вот. Но в 2013 году у него была... развилась отслойка сетчатой оболочки правого глаза. По поводу этого он перенес витрэктомию на правом глазу с последующим выведением силикона через 2 месяца. И после этого у него развилась такая ситуация, что мы сначала не понимали, что это такое. В общем, у него периодически стало повышаться давление и как-то отекать роговица. Вот. И когда мы стали делать ему регулярно ОСТ, то мы обнаружили, что в литературе потом вычитали Interface Fluid Syndrome, так званый. Мы очень долго с этим пациентом занимались, там, и убирали, и лечили. Вот. И я вам честно скажу, что мы даже его отправляли на консультацию в Германию. Ну, очень такой молодой человек, который хотел себе очень помочь, и он такой... был как бы с пониманием, относился к этому довольно спокойно, поэтому мы это самое. Но, к сожалению, это все закончилось затем сквозной кератопластикой. Вот. Мы хотим показать вам вот историю еще, как это все развивалось. Вот, это было до операции. Да, это давайте я вот... немножко расскажу про пациента. У него периодически повышалось внутриглазное давление, и после того, как применяли снижающее давление капли, все стабилизировалось. Но, как сказал Михаил Иванович, у него периодически были эпизоды воспаления и использовали дексаметазон. Потом, через 6 месяцев после витрэктомии, пациент обратился без капель, уже без повышения внутриглазного давления, без дексаметазона, просто при полном благополучии у него резко снизилось зрение, пациент обратился и жаловался на боли, ухудшение зрения в правом глазу, и при осмотре вначале был установлен УВИИТ, но мы понимали, что это не совсем те клинические проявления, которые могут быть. И находя вот такие изменения на роговице, и мы видели накопление жидкости между лоскутом и стромой, и периодически эта ситуация менялась. Здесь показано, демонстрировано, роговица то эта жидкость уменьшалась, то она увеличивалась.
и мы установили ему диагноз interface fluid syndrome. Синдром этот характеризуется и является редким послеоперационным осложнением после лазерной хирургии, смайл и ламеллярной кератопластики. И, как мы уже сказали, характеризуется скоплением жидкости между лоскутом и стромой. Этот синдром может возникнуть как через в раннем послеоперационном периоде, так это может возникнуть и через несколько месяцев, и даже через несколько лет, так описано в литературе. У нашего пациента это было через полгода. Чаще всего это происходит в результате повышения внутриглазного давления при применении стероидов, а у него в анамнезе мы рассказали, что были такие эпизоды, либо же это происходит при дисфункции эндотелиальных клеток. В его случае демонстрировано здесь состояние эндотелиальных клеток перед витриоретинальной хирургией, то есть таких проблем у него не было, но были эпизоды применения дексаметазона и были эпизоды повышения внутриглазного давления. Здесь это уже через год после того, как ему был поставлен этот диагноз, мы видим практически декомпенсацию роговицы, очень мало эндотелиальных клеток, они не определяются, несмотря на то, что жидкость уменьшилась, но тем не менее пострадали у него эндотелиальные клетки, и роговица уже декомпенсировалась, поэтому было принято решение про уже кератопластику пациента. Мы его, собственно, видели вчера. Это уже его глаз после кератопластики. Мы видим достаточно неплохие эндотелиальные клетки. Прозрачно. Практически все прозрачно, выглядит хорошо. Это у него такой вот мидриаз. И, к сожалению, его низкое зрение за счет того, что все-таки периодически повышалось, мы с этим связываем, что периодически повышалось внутриглазное давление и пострадал зрительный нерв. Вот так выглядит сейчас его роговица и внутриглазное давление 14, то есть все сейчас компенсировано. Вот такой клинический пример. И в заключение мы хотим сказать, что действительно этих больных будет все больше и больше, и как будут развиваться события, вот вы видите, никто не думал, что разовьется такая ситуация с этим молодым человеком, поэтому так как много ласиков проводится этим пациентам, и, возможно, будут вот такие проблемы. Конечно, не дай бог, чтобы их было так много. Да. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо огромное, Михаил Иванович, за ваш чудесный доклад, интересный доклад, сложный доклад. И такие случаи, в общем-то, когда случаются в практических офтальмологов, они теперь будут знать, куда их направлять в первую очередь. А скажите, есть у нас вопросы в чате? Сейчас мы посмотрим. Вы не видите вопросы, я их увижу. Если я увижу, я прочитаю. Пока что в чате конкретный был доклад у вас, совершенно понятный, научно обоснованный, поэтому вопросов пока что в чате нет. Если будут, мы вам их перешлем. Огромное спасибо вам за участие и за доклад. Спасибо. Спасибо.